Обеспечить безопасность и комфорт – такова главная задача дорожников в зимний период. Мобильные бригады круглосуточно контролируют состояние областных трасс. В случае снегопада или гололеда техника незамедлительно приступает к работе. Комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, погрузчики, бульдозеры. 29 единиц снегоочистительной техники и более 13 тысяч кубов песко-соляной смеси. Организация, обслуживающая дороги Курского района, к зиме подготовилась основательно. На этой территории у нас заготовлено в нынешнее время 13 700 кубов песко-соляной смеси. Уже это приготовленная смесь 10%, еще немножко это усиленная песко-смесь. Около 500 кубов. Это на случай, если будут 30-градусные морозы, то есть, чтобы эта смесь сработала лучше, чем обычная. Эта организация обслуживает более 400 километров областных дорог. Подготовка к зимнему содержанию началась еще летом. Чистили трубы, подготавливали сигнальные столбики, мосты очистили, барьерное ограждение чистили. И устанавливали также около барьерного рождения и около водопропускных труб вешки сигнальные. Зима является у нас проблематичной, потому что выпадает осадка в виде мокрого снега, гололед бывает на автодорогах. И надо, чтобы дорога работала, за ней следить. На дорогах Золотухинского района на опасных участках установили предупреждающие знаки. На подъемах заготовили песок. Сегодня высота снежного покрова не превышает 5 миллиметров. Однако ситуация может измениться в течение нескольких часов. Курские дорожники к сюрпризам погоды готовы на 100%. В их арсенале 400 единиц снегоочистительной техники и более 150 тысяч тонн противогололедной смеси. Ирина Пазынич, Антон Судженко, Антон Латышев, Денис Федорков, телеканал «7».